каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Общественный контроль. Как стать наблюдателем на президентских выборах? Отметим, что до декабря прошлого года в России действовал закон о выборах президента страны. В нем шла речь о возможности нахождения наблюдателей на избирательных участках. Раньше они были представителями кандидатов в президенты и политических партий. В декабре 2017 года Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в закон о выборах президента. В нем говорится о том, что субъект закона об общественном контроле, каковым является Общественная палата России, и регионов могут направлять на избирательные участки общественных наблюдателей. Так, в Общественной палате Тувы прошло подписание соглашения по обеспечению общественного наблюдения с общественными организациями. Мы надеемся провести очень такую плодотворную работу, чтобы и наблюдатели, в том же, как же и члены нашей комиссии, прекрасно понимали значимость данных выборов, значимость их присутствия на избирательном участке и тех и того функционала, который наблюдатель должен исполнять. Заместитель председателя Общественной палаты Тувы Эльвира Лифанова рассказала представителям общественных организаций о нововведениях предстоящих выборов. Этический кодекс общественного наблюдателя на выборах. То есть все эти материалы будут обязательно вам розданы для ознакомления, в том числе для того, чтобы вы уже своих наблюдателей информировали, инструктировали, плюс обучали благодаря вот избирательной комиссии Республики Тува. Всего соглашение подписали 10 организаций. Региональные отделения Совета мужчин, Союза женщин, Совет муниципальных образований, Ассоциация инженеров, студенческие отряды и другие общественные организации. Опа. Так, в рамках соглашения предусмотрено взаимодействие в обучении наблюдателей, в проведении общественного контроля за ходом выборной кампании и обеспечении наблюдения в день выборов. На сегодня готово подготовить около более 200 общественных наблюдателей на избирательных участках. И предметом соглашения как раз является о включении от нашей общественной организации наших женщин-активистов в республиканский корпус общественных наблюдателей. В состав рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан входят члены палаты и руководители общественных организаций. Ранее в целях обеспечения общественного наблюдения на выборах президента России Общественной палатой подписаны соглашения с избирательной комиссией Тувы и общероссийским движением «Корпус за чистые выборы». Бурятию посетила делегация Министерства сельского хозяйства и продовольствия Тувы. В ходе рабочей встречи были обсуждены ряд вопросов об обмене информацией, опытом государственного регулирования в сфере агропромышленного комплекса, в том числе по развитию животноводства, растениеводства, переработке сельхозпродукции. Также обсуждались совместные ежегодные выставки, семинары по агропромышленной тематике на территориях двух республик, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии. Стороны также обговорили возможность совместных поставок баранины для крупнейшего агрокластера Food City, находящегося в Москве, в результате чего была достигнута договоренность о взаимосотрудничестве между животноводами двух республик. На совещании сторон обсуждались вопросы закупа яков тувинской породы. Условия приобретения скота будут обсуждаться при дальнейших встречах. По итогам встречи министерства договорились о подписании соглашения о сотрудничестве между двумя ведомствами, уточнили в Министерстве сельского хозяйства Бурятии. Туве выделено 470 миллионов рублей на продолжение строительства спортивно-культурного комплекса в поселке Каахем. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий в 2018 году в размере более 3 миллиардов рублей регионам на строительство спортивных объектов. 1 миллиард рублей получит Калужская область на строительство Дворца спорта в областном центре, 580 миллионов пойдут на строительство универсального зала в Саранске. Еще полмиллиарда направлено на возрождение
возведения центра волейбола в Новосибирске. Тува получит 470 миллионов, Дагестан – 224 миллиона, Астраханская область – 196 миллионов, Московская область – 242 миллиона. В Саратовскую область направят 60 миллионов рублей. Напомним, что спортивно-культурный комплекс строится в поселке Кахем. Он будет представлять собой двухэтажное здание общей площадью около 6 тысяч квадратных метров. В его состав войдет универсальная арена, предназначенная для проведения крупных соревнований и культурно-массовых мероприятий, и залы для занятий игровыми видами спорта, стрельбой из лука и борьбой. И о курсах валют: доллар стоит 56 рублей 95 копеек, евро 70 рублей 53 копейки. Елена Воробей, Оскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Татурашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом». 10 февраля в Доме народного творчества. Февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводившихся в рамках расследования уголовных дел по фактам краж сотовых телефонов и грабежа, совершенных на территории Кызыла, оперуполномоченные установили и задержали скупщика похищенных телефонов. 31-летний местный житель, занимавшийся ремонтом сотовых телефонов, зная, что имущество, добытое преступным путем, приобрел данные телефоны на своем рабочем месте в отделе по ремонту сотовых телефонов, расположенном в торговом центре города. В отношении мужчины дознавателям возбуждено уголовное дело по признакам преступления, приобретения или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. В ходе обыска в данном отделе сотрудниками полиции изъято 5 мешков сотовых телефонов различных моделей в количестве более 1200 единиц. Изъятые телефоны будут проверены по всем имеющимся учетам. В настоящее время подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается. В Туве состоится первый кулинарный флешмоб. В преддверии народного праздника Шага во всех районах Тувы будет проводиться благотворительный флешмоб «Лепи добро». Мероприятие стартует 11 февраля одновременно во всех городах и районах Тувы. Основной частью флешмоба станут мастер-классы по приготовлению пельменей. Изюминкой такого кулинарного мероприятия может стать демонстрация какого-нибудь уникального рецепта. Например, Мангунтайгинский район может показать, как правильно готовить пельмени из мяса яка. Тоджинцы смогут поделиться секретом приготовления пельменей из оленины. Попробовать приготовленные пельмени смогут все участники. На всех площадках, где будут лепить добро, пройдут видеосъемки и видеомосты между районами. Это значит, что в режиме реального времени пообщаться и показать кулинарное мастерство смогут жители даже далеких районов Тувы. Пожалуй, самая низкая цена на шубы. Зима в самом разгаре, а это значит, пора позаботиться о тепле и комфорте на долгие месяцы. Во все времена и по сей день лучшей защитой от холодов и непогоды, а также роскошным украшением, символом статуса и хорошего вкуса является шуба из натурального меха. Компания «Белка» рада предложить модницам и модникам новую коллекцию изделий российского производства. Шубы из мутона, бобра, каракуля, кролика, а также обновленные изделия из норки, овчины и лисицы. Точное отражение тренда. Компания «Белка» радует своих покупателей высочайшим качеством изделий из меха и кожи, приятными и понятными ценами, а также возможностью приобрести любую понравившуюся модель в честную рассрочку на срок 6, 12 и 24 месяца без первоначального взноса и переплаты. На выставке меховой компании «Белка» представлено более 1000 классических и современных моделей женских шуб, а также мужские куртки из натуральной кожи, дубленки, головные уборы и восхитительные варежки тонкой работы. Компания предусмотрела полный модельный и размерный ряд от 40 до 62 на любую фигуру. Все меховые изделия имеют сертификаты и чипы. Внимание! В последний раз в этом сезоне выставка-продажа состоится с 8 по 11 февраля в спорткомплексе имени Ивана Ирыгина, город Кызыл. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. С
Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные», ну очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В Кызыле облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ночью -30-32 градуса, днем -19-21 градус. На дорогах гололедица.